Анонс и точнота выхода 584 серии турецкого сериала «Доверенные». 584 серия сериала выйдет в эфир 6 августа. Ранее в сериале мы увидели, как Нана не находит себе места после тех слов, которые ей сказал Яман. Она испытывает большое волнение и даже не смогла нормально поговорить с Яманом. Она убежала от него и, оставшись наедине с собой, схватилась за сердце. Сам же Яман в этот момент не понимает, что происходит с Наной. Он ей говорит одно, а она отвечает совершенно другое. Айше узнала шокирующие новости о том, что Ферит серьезно болен, и жить ему осталось совсем недолго. Это подталкивает ее к очередному серьезному шагу, и она признается Фериту в любви. Ферит очень счастлив слышать это от Айше и отвечает ей взаимностью. Юсуф стал спрашивать у Наны, кто открыл Америку. Она ответила, что это сделал Яман. Юсуф очень сильно удивился подобному ответу. Нана находилась в своей комнате и разговаривала по телефону. Она говорит о том, что очень напугана. Нана понимает, что они не могут быть вместе с Яманом, ведь он ей надоест через пару дней. Несмотря на то, что и Нана очень сильно любит Ямана, ей придется отказаться от него. Яман находился за дверью и слышал весь разговор Наны. Он говорит, что ни при каких обстоятельствах не откажется от Наны. И тем более Нане он не позволит отказаться от него. 584 серия сериала выйдет в эфир 6 августа. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.